Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Значит, Николай Басков в эфире э, YouTube-шоу э, Студия 69 Телешоу, телешоу Студия 69 Рассказал о том, как он э, упился в усмерть Алкоголь, табу, курение вредит здоровью И пьяный спел песню Шарманка 28 раз Статья называется «У пьяного Баскова заела Шарманка» А вот что пишут Николай не смог отказать экс-президенту телешоу «Студия 69» Николаю Баскову пришлось соперничать с музыкантом Славой Мерлоу. Соревнование заключалось в том, чтобы перепеть песни друг друга. В процессе 21-летний продюсер, блогер исполнитель Слава рассказал о своих подростковых проблемах. У 44-летнего Баскова, значит, пишут, опыта побольше. Так что он тоже решил поделиться ситуациями, в которых показал себя с неприглядной стороны. Однажды, по словам Николая, его пригласили выступать на закрытом мероприятии, главной персоной на котором оказался бывший российский президент Борис Николаевич Ельцин. Расслабившись за щедрым столом, Борис Николаевич 28 раз вызывал Баскова на бис, и тому каждый раз приходилось петь свою знаменитую шарманку. Впрочем, певца тоже не обижали подношениями, он рассказывает сам. Так что под конец, он говорит, я надрался просто в усмерть. Ну и к слову сказать, Басков неоднократно заявлял, что, да, что у него аллергия на алкоголь, он не употребляет, потому что тяжело переживает все это дело и не употребляет алкогольные напитки. Тем не менее, довольно курьезный случай отказать вы сами понимаете, довольно сложно в этой ситуации и можно, но довольно сложно. И вот Басков, пьяный Басков, да, заела шарманка 28 раз исполнить одну и ту же песню, и каждый раз, соответственно, за столом с угощением и так далее. Я примерно представляю, в каком состоянии он был, когда все это закончилось, друзья. Ну вот о себе поведал такой секрет небольшой Николай Басков из своей биографии. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии, значит, что думаете по этому поводу. С вами был Будда Гришн. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Всем пока, друзья. До встречи.